людей, которые в моей творческой жизни сыграли большую роль. Николай Александрович Полосов, который меня научил играть на скрипке. Борис Иванович Чаурелин, который преподавал мне камерный ансамбль и квартет. Марина Луасаровна Яшвили, которая пригласила меня в Государственный камерный оркестр Грузии. Янсук Иванович Кахидзе, с которым я много лет работал и у кого, которого я очень многому научился. Это были музыканты и педагоги с большой буквы. Это были люди с чистой душой и открытым сердцем. Вечная